and a fight with them guns and them army. We inside the youth, them fi use them spirit and stay tight. Informer, we not like. Push up on our hand and shout it out loud. We not afraid, we not care, we not lie. No matter what them a try. Привет, скажи, какие акции лучше на Мишку накинуть с Мифик Плюс? Кого, блять? Аксы? Это дисбесперант, который в подмышку пшикается. Что за аксы? Вот. Александр Номер! Спасибо большое! Когда хардкор, блэд? Никогда. Никогда. Вы понимаете? Никогда. Это, знаешь, это как с Папычем. Пока мне 1 000 000 рублей не сдать, я на хардкор не пойду. Только 1 000 000 рублей, и тогда иду на хардкор. 100%. Вот. На хардкоре с кем драться будешь? Шовхалом? Да, с Шовхалом, брат, с Шовхалом. А это мы на каком? На арабском говорим? Шовхалом! Так, подожди. Так, фразы. Фразы арабских. Арабских лучников. Стронгхолд. Так. Так, что говорят арабы? Арабский лучник. Как ты сказал? Шовхалом? Здравствуй, дорогой. Тихо. Это не надо, здравствуй, дорогой. Он так не говорил. Шовхалом что говорит? Мой друг, сегодня я расскажу основные материалы. Так. Все это? Так. Сауфататум. При отправке лучника... Тихо. Смуукум. Тихо. Вам станет интересно. Да. Тик. Каматор. При отправке... Противус... Отправки... Или кровь... Где нахуй? На... Или стен... Джоггер... Слышь... В их игры... Жар вы видите... Иль. Чего же... Оружей... Пожар... Я... Ну и домов. Атаковать я... Звук... У меня. Здесь дальше переваза... Ваши высоты... Могут... Получить... На ваб... Ваб... Три же из того используется. Это не арабское. Братище, потому разбиться, как не в самом деле. Следуется, как еще один пример. Его опять не стоит. Например, или следует разбить. Она есть почти у всех арабов. Означает... Короче, блять, спасибо за стрим. До свидания. Нихуя не нашел. Реально, вот, Кантес Гром, я тебе настоятельно советую никнейм свой убрать и просто написать кактус, прям, я клянусь, это будет пи***. Кантес Гром у меня сразу вызывает ассоциацию с чем? С майором Громом, фильмом про супергероев русских. Так, мне кажется, Ифью не уважает меня, или что, какой-нибудь, кого лить, не понял. Да ты оху... Эфье. Я говорю, я взял монету со стола. Тебе надо угадать, иначе будет, не будет у тебя удачи. А она у тебя должна быть. Какую монету взял? Сколько? Решка. Да ты даун? Номинал! Какая решка? Я всю хуйню есть решка. Ебать, ты хитрый нахуй. Вот так ты по жизни развиваешься, да? Типа, какая монета? Там точно есть орел и решка. 2 рубля. Нихуя ты не угадал. Придется донатить нахуй. 10, блядь. Не будет тебе удачи, если не сдоначишь. Такая вот хуйня. Слэш-ролл. Слэш-ролл? Эфье. Что это такое слэш-ролл? Это мне в прописать или что? Что мне делать? Какой еще ролл? От 1 до 10 рублей. Подожди. Слэш. Так, ролл. 1-10, правильно? Видишь, да? Вот. Так, я тебе там «Войну и мир» почти написал. Я думаю, кажется, что-то забыл. Пойду смотреть, нахуй. Спасибо большое, Лос Димонез. Вот, пойду... Так, пойду смотреть. Так. Так, а смотри, я правильно понимаю, типа, левый — это рейд, правый — это мифик. Правильно я понимаю? Первый рейд, второй мифик. Так, ретрик. Что значит мои варианты? Подожди, мои. Так, ретрик... Это так читаешь, чё? Мы с тобой Эфье, знаешь, кто с тобой, блядь? Мы с тобой ёбаные, блядь, знаешь, кто? Мы с тобой арабы из Стронгхолд, блядь. Сидим, вот эти... Подожди, ассасины? Стронгхолд. Вот, подожди. Вот мы кто с тобой, да? Ашафрату хад. Рухи мутаатша. Малакуль интикам. Ладуки, нам нужно стать дуналитари. При отправке ассасина.
Ну не говори по-русски, мы тут арабов слушаем. Ребят, знаете, что происходит, когда мне Ефе в личку пишет? Я личку открываю с Ефе, а там... K-Walk и get under the sheet to howla. О боже, блядь! О, Red Rose, на настроении, и от счастья мне Red Rose. Погнали. На настроение. Какой это глянь. Hell Strike песня называется. Спасибо большое. Погнали, какой-то стрейк. От песни пахнет классическим ТПР. Ну хоть в ноги проход. А чё за язык, Fatal Man? Так, переводчик. Итак, Fatal Man пишет. С узбекского. Deja how, wo wingle shwo wo shi bai ji bing renuen. Ечати! Ечати, ёбай! Deja how, wo wingle shwo wo shi bai ji bing renuen. Пу-пу-пу-пу! Скиби-па-па-па! Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Мяу-мяу-мяу-мяу! Мальчик молодой, хочешь поговорить со мной? Ну а я уже не хочу! Мальчик молодой... Маленький такой хочет поговорить со мной. Знаете такую песню? Ну, а я что-то там не хочу. А можно мне эту песню позвать? Ребят, а донатер есть? Хоть один донатер есть? Я пулю эту хуйню, если меня хоть один, блядь, мой убьется. Ребята! Заходишь, ребят, реально, на Twitch заходишь, блядь. Заходишь на Twitch, а там люди сидят такие... И в чате пишут, ты пи***р, вот. Он банит, его спрашивают, за что человека забанил? Что он такого сказал? А он такой... K-Walk и get under the sheet to howla. В надежде не повторить слово пи***р, чтобы его не забанили, блядь. Что? Как называют вот этих вот людей, кто любит в S-секс? K-Walk и get under the sheet to howla. А, ладно. То есть ты хотел сказать пи***? Нет, осуждаю. А у меня что? У меня кирифили убили, ребят. Я пытаюсь спрыгнуть. Вайн, беги. Бегит! Беги! Там тупик не отбили. Там тупик, блядь. Вайн, там тупик. Куда? Вайн. Они догнали дядю Борю, блядь. Дядя Боря! K-Walk, Shin, Chung, Chung, Chung. Ну я ебал в рот разработчика, который не разрешает мне прыгать, когда я хочу. Вы вот согласны, ребят? Но только самый злой человек в мире мог сделать такое, чтобы я не мог был хотя как... Чтобы я не мог прыгать, когда мне хочет. Да я вместо ротации пишу кью-кью, ебать, ребят. Так, все, ребят, вечный бой, погнали, встаем. Да, блядь, почему я в чат пишу кукуя? Я в чат пишу вместо того, чтобы играть. Вызываю силы ветра, земли и воскрешаю питомца. Дайте нахуй, да, пока стою! Я все время бегаю, и только я начинаю кастовать, он меня присасывает. Что за хуйня? Иди нахуй! Кто это сосет? Ебать, гарпунщик. Донатить должно хотеться от души, понимаешь? От души, и когда я скажу, что вы задонатили. Вот тогда надо донатить. Вот. Поэтому, ребят, надо задонатить. Сходил, кошечку отнес, ребят. Тю-рю-рю-рю-ру, тю-рю-рю-ру-ру-ру. Моя кошечка меня любит. Тю-рю-рю-рю-ру-ру. Прокусила пол руки мне. Тю-рю-рю-рю-ру-ру. Вы знаете, как у кошек анализ мочи берут? Я охуел. И просто берут иглой в живот, втыкают и забирают мочу прямо из мочевого. Вот, и там какой-то этот был. Мальчик молодой, хочешь поговорить со мной? Нет, не хочу. Короче, какой-то этот был. Протежист. Вот, новичок какой-то. В задницу Кассандры градусник засунул, а хвост, я вижу, неправильно держит. Я видел, как хвост они держат все. Вот, а он как-то вверх ее поднял. Вот. Вверх поднял, она такая... Бля! Вот, если бы я пришел к врачу, и мне в живот...
Взяли иглу, взяли у меня мочу, а потом в задницу сунули градусник бы и сказали, ты посмотри, какой у него мося красивая, я бы тоже. Верхат, скажи, пожалуйста, по 10-бальной системе, возможно, я тебя спрашивал, когда кто-то про тебе неправильно ударение в словах ставит, тебе пи***а в этот момент происходит? Или, ну, просто ты какой-то такой, какой-то заумный, вот, что прям вот как будто тебя это ебет сильно. Когда тебе вот кто-то, если вдруг скажет, там, типа, позвонишь, и ты такой, правильно, в рот меня вы***, только остановите. Представьте мир, в котором живет человек, который, вот, да, будет всех, да позвонишь, вот это вся хуйня, да? И представьте, он не знает, что есть украинский и белорусский язык. И встречается как-нибудь с украинцем и белорусом, который он такой. Ну что, ребят, ладно, пойду отдыхать. Спасибо за стрим, за донаты, за поддержку, за жглювал. Пойду чилить. Завтра что, у нас вторник? Ну, ориентировочно не планировал отменять стримы во вторник. Скорее всего, и не отменю. Но это не точно. Так, чувачки. Бак-бак-бак-бак-бак. И живо.